Родители Ульяновска выступили за безопасность своих детей на дороге. И сами вышли на улицы, чтобы не только проконтролировать, как их чадо переходит дорогу, но и показать на собственном примере. Школа номер 46 стала одной из пилотных площадок по реализации проекта «Родители за безопасность». Активисты движения дежурят на опасном участке улицы Локомотивная вблизи школы утром и после обеда. Родители у нас очень активные. Они обеспокоены тем, что наши дети сегодня гибнут, к сожалению, на дорогах. А вообще-то важная и главная проблема сейчас. У нас, посмотрите, какой опасный участок дороги. И трамвай, и переход, и огромный поток школьников с утра идет к школе. Поэтому родители нам очень помогают. Родители отмечают, цель проекта – обратить внимание не только на детей, но и на самих взрослых, которые очень часто перебегают дорогу в неположенном месте. Дети же следуют их плохому примеру. Со взрослыми нарушителями проводятся профилактические беседы. Они уже радуют, что дети сами уже соблюдают вполне эти правила. Даже когда загорится зеленый свет, они не сразу бегут перебегать дорогу, а посмотрят, чтобы машины остановились, и потом уже переходят. Кроме 46-й школы, в пилотный проект вошли еще 20 учреждений, среди которых Мариинская и лингвистическая гимназия, лицей при УлГТУ, школа номер 37-51. Словом, все организации расположены вблизи оживленной проезжей части. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.